частности, это касается строительства канализационного коллектора на Пионерском проспекте, который ведет геоинжиниринг. На официальном сайте фирмы-подрядчика рассказ, как качественно и в минимальные сроки идет восстановление Пионерского проспекта. На деле же грязь, перепаханные газоны и разбитая дорога. Компания иногородняя, но если работают в Анапе, значит и правила благоустройства нашего города для них. Сотрудники муниципального контроля ведут претензионную работу по отношению к подрядчику. Только за прошедшую неделю возбуждено более 15 административных производств. Претензионная работа на контроле заместителя главы Анапы, курирующего отрасль ЖКХ Анжелики Бузуновой. В настоящее время администрация муниципального образования проведены необходимые мероприятия по контролю за качеством выполнения работ на территории Пионерского проспекта. Нами были проведены экспертизы, взяты образцы асфальтобетонного покрытия, проведена экспертиза, выявлены нарушения. Мы направили претензии заказчику с целью понудить подрядчика выполнить все работы в соответствии с нормами и правилами. Мы запросили график восстановления нарушенного благоустройства и графики проведения работ. В соответствии с нашим запросом в течение 5 дней они должны нам предоставить эти графики.